каждым годом возрастает численность транспорта. Все более интенсивным становится движение на дорогах. Трудно переоценить роль сотрудников ГАИ, которые следят за соблюдением правил дорожного движения и обеспечивают порядок на дорогах. Люди этой важной профессии отмечают свой профессиональный праздник 3 июля. В этом году службе ГАИ 77 лет. В преддверии праздника наша съемочная группа побывала в отделении ГИБДД Ленинского района. Отдел ГИБДД по Ленинскому району – это несколько подразделений, где несут службу настоящие профессионалы своего дела. В слаженном коллективе и опытные сотрудники, проработавшие более 20 лет, и молодые кадры – все они с полной отдачей выполняют возложенные на них обязанности. Я первый раз сюда приехал, мне очень понравилось, очень все аккуратно, все на стояночке есть, все относится, все хорошо так. Вот, очень даже приятно, честное слово. Замечательно. Быстро, аккуратно. Качественно. Хранить мир и порядок на дорогах непросто. Каждый день, неся службу на посту, сотрудники ГИБДД сталкиваются с трудностями. Всевозможные экстремальные ситуации и многочисленные неблагоприятные факторы требуют от инспекторов предельной концентрации, внимания, силы и выносливости. Так сложилось, что мы выбрали именно такую профессию. В принципе, я не жалею. Она много дала, много научила, много требует. В Ленинском районе хорошая статистика. В этом году количество ДТП снизилось по сравнению с прошлым годом почти на 50%. Это говорит в том числе и об эффективной работе сотрудников отдела. Работа в службе дорожной инспекции мне нравится. Постоянно занимаемся чем-то новым, как бы выезжаем на объекты, на дорогу, осматриваем все, как бы все интересно. Во-вторых, природа, воздух. Не приходится постоянно сидеть в кабинетах. Работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима. Каждое из подразделений отдела выполняет важные функции. Я работаю инспектором по розыску с 2010 года. Работа интересная. Очень, нравится. И, в принципе, много разных задержаний, происшествий, да, которые есть. Опасные, есть менее опасные. Сотрудники отмечают, что в комфортных условиях работается лучше. Новое здание ГИБДД отвечает всем требованиям и нормам. В первую очередь надо спросить у посетителей, потому что все условия, конечно, созданы в большей степени для них. Разумеется, инспекторам это гораздо лучше. Просторные, большие кабинеты, достаточно много места, где можно оргтехнику поставить. Все это для работы, это, конечно, гораздо лучшие условия, чем были. При постройке этого здания, вот нового, стало гораздо лучше, чем было это на старом месте. То есть, помещение больше здесь, гораздо уютнее и лучше, комфортнее. Профессиональный праздник принято поздравлять тех, кто посвятил свою жизнь этому делу. Хотелось, конечно, поздравить всех сотрудников госинспекции с этим праздником, пожелать им удачи, самое главное, терпения в нашей непростой работе. Отдельное поздравление хотелось бы передать нашим ветеранам, которые много лет своей сознательной жизни отдали этой службе, и не напрасно. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям сотрудников ГИБДД. Желаем здоровья, процветания, спокойствия на дорогах. А участникам дорожного движения желаем соблюдения правил и безопасного движения. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.